17.00, спасибо. Был просто век. Не дать, не взять. Под небом солнышко резвилось. Планета, как всегда, крутилась куда? Туда. Не надо знать, а на земле свои дела. В краю, где много нефти с газом, среди суровых гор Кавказа, ты нежной лилией цвела. 15, 16, 17 лет цветение входило в фазу, и ты приметной стала сразу. Вздыхал бандит, ты пел брюнет, хохол, чечен, ингуш, еврей. Искали для знакомства способ, и всякая мужская особь томилась младостью твоей. Так и цвела сама собой. А я, как чудное мгновенье, размером с недоразумение, являлся не перед тобой. И вот однажды навсегда вселенная затрепетала, планета вспять крутиться стала, и, кажется, была среда. Когда к тебе пришел твой я, болтливый, ласковый, ничтожный, и ты ответил все, что можно развесить. Слушая меня, ты осветился в 100 свечей, и нынче, как священно действовал, дуравок нашего семейства, журчат ручьи моих речей о том, что я готов одеть тебя в парчу шелка и бархат, о том, что стану олигархом, чтоб ты могла всего хотеть. И вот уж 20 с лишним лет ты все внимаешь и вздыхаешь, и только изредка рожаешь, как будто больше дела нет. И ведь фортуну не кляня, меня с порога не попёрло, хотя давно сыта по горло Евангелиями от меня. Но я тебе, мой ангелок земной, да буду что-нибудь покушать за то, что ты умеешь слушать и верить, как никто другой.